Итак, согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс. Ну, теперь я хотя бы знаю, что тут кто-то был. Это в моем стиле. Мчаться на край света за какими-то слухами. Но кроме слухов у меня ничего нет. А им тоже здесь? Нужно поспешить. Наконец-то! Хоть что-то не из камня. Это хороший знак или плохой? Сопротивление. Они должны быть здесь. Должны. А им успели первыми. Добралась раньше. Эй! Нет, кому-то точно удалось уйти. Они должны быть где-то рядом. Может, успели уйти. Надо искать дальше. Надо забраться повыше и посмотреть, где я. Не злись, Абу. Я просто решила размять руки. Родители пришли бы в ужас, узная они, где я. Да я сама в ужасе. С ума сойти. Химера. Я нашла их. Глазам своим не верю. Погнали. Еще быть сопротивлением.
кто-то там есть. Ой, внизу был реактор. Скорее уж надо наверх. Ого, наверное, я уже у цели. Точно спали люди. Но как давно? Может, это те дроны? Эй! Возможно, они спрятались в жилом отсеке и застряли там из-за отключившегося электричества. Надо подключить питание. Может, я смогу снова включить электричество? Может, здесь есть переключатель или кнопка? Похоже, старушка разваливается. Что это? Ого! Это то, о чем я думаю? Ого. Почему он здесь? Какой легкий. Ты был прав, Кэп. Терриген – мощная штука. Кто здесь? Thank you.
Надо выбираться. Сопротивление сбежало. Одной сломанной дверью. Никто и не заметит. Надо придумать, как добраться. Уже должен был превратиться в доктора Беннера. Помощи не дождется. Если Халк вернется, мне конец. Ого, здесь раньше был ангар. Почти на месте. Тихо, Камала. Просто доберись до верхней палубы и не дай оторвать себе голову. Жму кнопки, двигаю платформы. Все ясно. Бабах! А мне это начинает нравиться. Главное — двигаться.
Что это? О, распределительный щит. Так. И вуаля! Теперь кнопка работает. Я смогу выбраться отсюда. Эта платформа должна доставить меня куда надо. А вот и выход. Никаких следов сопротивления. Наверное, Халк их спугнул. Мне надо как-то спуститься. Ну и что теперь делать с записью? Задержать цель. Что? Следил за мной? Это так стрёмно!
Немного кружится. Только бы не стошнило.